Елена Дубовская, чемпион... Проект «Шымкент World Fitness» призывает горожан к ведению здорового образа жизни. Спорт сопровождал участников каждый проектный день. Завершался проект семейно-развлекательного центра «Полька Шымкент World Fitness». Он длился на протяжении полутора месяцев. В течение этого времени конкурсанты соревновались в трех категориях. В категории «Профи-фитнес» за звание лучшего соревнуются профессиональные тренеры Шымкента. Номинация «Боди-фитнес» представлена красивыми спортивными девушками. Им надо проявить модельные и творческие способности. Но больше всего гости ждали итогов третьей категории – «Перезагрузка». И самая изюминка нашего вечера – это наша перезагрузка. Девочки пришли в большом весе, и сегодня будут оглашены результаты. Мы хотим нести нашим девушкам, что спорт – это все. Сейчас, на данный момент, здоровое питание, спорт. Мы хотим нести, что хотя бы раз в день, но 10 раз надо присесть. Правда, в рамках проекта приседать девочкам приходилось гораздо больше. Ежедневно участниц перезагрузки ждали изматывающие физические нагрузки и меню строго по расписанию. Проявить силу воли, показать настоящий характер пришлось не только участникам конкурса, но и тренерам. Постоянно проговаривали, что надо есть, как надо есть, в какой период это надо есть. У нас была группа специальная в WhatsApp. Мы это все рассказывали девочкам. Тренировки у нас проходили на базе «Польки». Это студия танца. Там проводили фитнес-тренировки, очень активные, для того, чтобы максимально сбросить вес. Конечно, очень тяжело человеку, который столько лет не соблюдал правильное питание, сразу начать его соблюдать. Поэтому у нас были небольшие конфликты, наверное, из-за этого, потому что там и хочется и вот съесть там шоколадку какую-то. Но девочки старались, и их результаты есть. Поддержите их аплодисментами! Участников поддерживали близкие друзья. В итоге и они стали поклонниками спортивного конкурса. Все вместе находились в томительном ожидании результатов. Девочек знаю, как они старались. И вообще это все действительно все настолько честно, правдиво и очень интересно. То есть, на мой взгляд, нужно развивать. Эффект этого вечера заключается в том, что здесь собраны все спортсмены нашего города. И такой интересный, такой красивый, яркий праздник для всех гостей. Из 25 участников Шымкент World Fitness четверо удостоились главных призов – денежных вознаграждений, путевки за рубеж и сертификатов в спа-салон. После долгожданной победы победители не намерены прекращать тренировки и переходить на обычный рацион питания. Многие добились значительных результатов, сбросив больше 7 килограмм. Браво, браво, браво! Оля, первое место! У меня еще есть желание еще 10 килограмм. Это моя цель. И на следующий год я думаю, что я в другую весовую категорию перейду. И я хочу. Трудности были, безусловно, когда ночью хочется что-нибудь скушать, когда на тренировку идти. Нужно, но не особо хочется, но ты идешь, ты себя преодолеваешь. И это огромный плюс, потому что девочки звонят. Они не просто, приходите, не приходите. Они говорят, приходи, сделай, докажи. И от этого становится веселее, бодрее. Словно подслушав предложение гостей, организаторы заговорили о возможном продолжении проекта. Спасибо, девочки, а теперь, пожалуйста. Зарина Шарипова, Талгат Абдинабиев, Дильшат Адашев, информационная служба телекомпании ОТР.